Запретить курить за рулем предложили в Российском союзе молодежи. По мнению инициаторов нововведения, это увеличивает риск попадания в ДТП, происходящих по невнимательности водителей. Активисты утверждают, что процесс курения отвлекает автомобилистов, в особенности в момент, когда человек достает сигарету из пачки и прикуривает. Кроме того, табачный дым может попасть водителю в глаза и привести к потере ориентации в пространстве, а курящий водитель в автобусе или маршрутном такси нарушает закон об ограничении курения табака. Курение за рулем не менее опасно, чем разговоры по телефону, которые уже запрещены правилами дорожного движения, считают в организации, и просят депутатов рассмотреть возможность введения аналогичного запрета и штрафа.